Здравствуйте, в студии столицы Нижней Евгений Деревянко. Коротко о главных темах выпуска. Курица по-гавайски, индейка с ананасами, говяжий шницель и даже диетическая выпечка журналистам показали, чем питаются нижегородские школьники. Бизнесменам упростят жизнь. В следующем году в Нижнем Новгороде появится Центр развития предпринимательства и инвестиций. Выставка натюрмортов нижегородского художника Константина Пьянова открылась в доме Сироткина. Черная пятница, где нижегородцы смогут совершить самые выгодные покупки. Сегодня нижегородским журналистам показали, чем питаются школьники и детсадовцы. Для них организовали экскурсию по производству единого центра муниципального заказа. Это предприятие будет кормить детей ближайшие 5 лет. Все ингредиенты для блюд, они здесь не хуже, чем в ресторане, проходят многоступенчатую систему контроля. Тем продолжит Юрий Афров. Рабочий день в мясном цехе единого центра муниципального заказа начинается в 4 утра. К этому времени на производство доставляют свежеохлажденное мясо курицы и говядины высшего сорта. Его измельчают на современном оборудовании. Готовую продукцию фасуют в вакуумные пакеты, после чего отправляют в детские сады и школы города. Для контроля качества каждый этап фиксируют на камеру. Если вдруг когда-то где-то происходит какой-то вопрос о качестве этого товара, мы можем в этот же день проверить, на каком этапе что-то могло произойти, или же это просто, значит, какая-то халатность уже на месте, или же просто действительно это бывает часто очень вброс информации, который не соответствует действительности. В 118-й школе Московского района сегодня обедают шницелем с макаронами. Горячее блюдо из того самого мяса, которое еще раз проверили на месте. Само меню школьного питания разработано с учетом пожеланий детей и их родителей. Его обновляют каждые 2 недели. К примеру, в нем есть плов с индейкой и даже курица с ананасами. Каждое новое блюдо утверждают сотрудники Роспотребнадзора. Есть сборник рецептуры именно детского питания. И именно название любого блюда и его рецептура берется согласно этого сборника. А любая рецептура и технологическая карта также согласовывается, и мы не имеем права от нее отступать. У меня особая бригада поваров, которые готовят так, как готовят для своего собственного внука или внучки, или дочки. И это радует. Ни один ребенок из столовой не уходит голодным. Любимые блюда детей. Вот в этом году к нам пришли такие первоклассники, которые очень любят каши. Как ни странно. Поэтому они нахваливают, кушают и говорят, вот таких каш мы не ели никогда и нигде. Даже в детском саду. И мама, оказывается, тоже таких каш готовить не умеет. Требования к школьному питанию очень высокие. Тут даже яблоки не должны отличаться по форме и массе. Существует даже современная система отзывов. Его можно оставить в социальных сетях или отправить в ЕЦМЗ через мессенджер. Юрий Афров, Андрей Панов, столица Нижней. Нижегородским бизнесменам упростят жизнь. В следующем году в городе появится Центр развития предпринимательства и инвестиций. Об этом накануне заявил мэр города Владимир Панов по итогам первого заседания профильного совета. В него вошли представители крупнейших предприятий Нижнего Новгорода, торгово-промышленной палаты и других общественных организаций. Сотрудники внешнего офиса будут помогать бизнесменам в согласовании и получении разрешений на работу. Также там можно будет получить юридическую консультацию и разрешить финансовые вопросы. Центр будет открыт для представителей любого бизнеса. Главная задача этого совета заключается в том, чтобы ответить на вопрос, что не так. Иными словами, если мы берем с вами нестационарную торговлю, если что не так относится, длительный срок рассмотрения, непонятно, как принимается решение, там, с отказом или положительным, вот это что не так, мы на совете принимаем уже некую дорожную карту по решению этих проблем. И дальше уже совет контролирует фактически, как администрация ищет решение. И, соответственно, мы смотрим уже некую динамику по решению тех или иных задач. В области таких около 20 домов малого бизнеса в Нижнем Новгороде не было создано ни одного. И это даст возможность одного окна для предпринимателей с жалобами и обращениями, с предложениями, с инициативой. И я очень активно поддерживаю эту инициативу главы города. Выставка натюрмортов нижегородского художника Константина Пьянова открылась в доме Сироткина. В экспозиции представлено около 30 полотен, которые были написаны за последние 2 года. Художник по-особенному изображает предметы, так как интересуется наскальной живописью. Пьянов оперирует монументальными пропорциями, мыслит большими цветовыми плоскостями, рельефными контурами, упругими массами и линиями. На открытии выставки побывала Екатерина Анисимова. Константин Пьянов родился в городе Горьком. Детство провел на полуострове Таймыр,
а после школы какое-то время жил в Сибири. Именно там, как вспоминает живописец, он и решил стать художником. Я поехал к другу в гости, а у него дядя вот директор художественной школы. И как бы я вот когда попал в первый раз к нему в мастерскую, понял, кем хочу я быть. И остался в этой художественной школе работать сторожем. Вот 5 лет проработал сторожем, ходил на вечерний рисунок. И потом уже решил поступать в художественное училище. Там же, в Хакасии, художник познакомился с наскальной живописью, петроглифами эпохи неолита. Древние рисунки оказали большое влияние на творчество Пьянова. Даже натюрморты у него получаются совершенно особенными. Оно само по себе захватывает, когда видишь это. То есть, когда стоишь перед огромной плоскостью, может быть, из-за этого и формат такой у меня более большой, потому что, когда глядя на огромные плоскости с пещеринами мелкими рисунками, а ведь исторические художники, там, они... Старые художники, они, можно сказать, по сути, по своей реалисты. То есть не факт, не важно, что они и как это делали. Факт в том, что они что видели, то рисовали. Значит, быки, значит, они рисовали быков, лошадей. На полотнах Константина Пьянова предметы словно плоские. В них нет объема, как и в рисунках художников древности. Сначала автор картин делал это намеренно, но теперь это получается само собой. Все работы замечательно, эстетно, сгармонированы и по цвету, и по ритмам. Огромную роль играет, конечно, линейный ритм, ритм цветового пятна, насколько в большом формате, как дирижер он работает с выразительными средствами. На выставке натюрмортов Константина Пьянова зрители увидят, возможно, не самый сложный жанр живописи по-новому. Простые предметы, блюда и напитки, которые мы видим на нашем столе каждый день, здесь выглядят совсем иначе. Полотна художника будут представлены в Доме Сироткина до 16 декабря 2018 года. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, «Столица Нижней». Сегодня во всем мире стартовали беспрецедентные распродажи. К акции «Черная пятница» присоединился один из самых популярных торговых центров Нижнего Новгорода – «Этажи». В течение 3 дней, с 23 по 25 ноября, цены в некоторых бутиках опустятся на рекордные 90%. О том, как проходит самый выгодный шопинг, узнала Екатерина Анисимова. Торговый центр «Этажи» приглашает всех нижегородцев на самую главную распродажу года. Только 3 дня, с 23 по 25 ноября, в бутиках торгового центра «Этажи» сумасшедшие скидки. Мы рады приветствовать наших гостей в «Черную пятницу». У нас будут хорошие скидки от 20 до 70%. Например, вот эта модель из искусственного меха, она очень популярна в этом сезоне. Она стоила 24 тысячи, а сейчас она будет стоить 17 тысяч со скидкой 30%. Приглашаем покупателей посетить салон «Сваровски». В «Черную пятницу» у нас действуют привлекательные скидки до 50%. Данная коллекция «Магнетик» посвящена сказочным существам из Тирольского леса и будет замечательным подарком к новогодним праздникам. Уже сейчас бутики торгового центра «Этажи» предоставляют скидки до 90%. Лучшие бренды, трендовые новинки. Именно сейчас все можно приобрести очень выгодно. Я пришла сегодня, потому что сегодня «Черная пятница», хотела посмотреть обувь. Потом куртку. С сапогами удалось найти себе ту вещь, которая мне подошла, скажем так. Какую скидку получили сегодня? 30%. Хорошо, благополучно. Вот уже сделала несколько покупок. Что приобрели? Головной убор. Скидка была? Была. 40%. Только эти 3 дня, с 23 по 25 ноября, в «Этажах» «Черная пятница». Сумасшедшие скидки, приятные бонусы и праздничная атмосфера. «Этажи» ждут всех на главной распродаже года. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, «Столица Нижней». У меня на этом все. Спасибо за внимание. Следите за новостями на нашем сайте stnmedia.ru. Я желаю вам всего доброго и до встречи.